Я приветствую вас в Беларуси. Очень рад с вами сегодня встретиться и обсудить те проблемы, которые, возможно, существуют в наших отношениях. Хотя слово «возможно», наверное, не подходит. Эти проблемы у нас были всегда и, наверное, будут. Но, как показало последнее время, все проблемы не носят хронического характера. Они подлежат разрешению. И последнее время также свидетельствует о том, что мы значительно продвинулись в наших отношениях Беларуси с Европейским Союзом. Меня очень радуют наши взаимоотношения в сфере торгово-экономической. Вы знаете нашу цель. Мы диверсифицируем нашу внешнюю торговлю. Мы хотели бы, чтобы с Европейским Союзом мы имели торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли. 30% у нас останется на Россию и 30% на остальные страны нашей планеты. Такая диверсификация поможет нам спокойно себя чувствовать в сфере производства и реализации товаров, потому что страна наша, как вы знаете, экспортоориентированная. Мы половину только производимого потребляем в Беларуси, все остальное продаем, и это говорит о том, что внешняя торговля имеет большое значение, играет большую роль, особенно в формировании бюджета страны и притока валюты.